Похоже, период холодов и сильных ливней в нашем городе наконец-то закончился. И, видимо, вот начало теплой погоды ознаменовала у нас вчерашняя гроза. Красноярцы до сих пор делятся в социальных сетях фотографиями и видео вот с молнией вчерашней и фотографиями красно-оранжевого заката, который был после ливней. На этой неделе нам такого не обещают, зато обещают комфортную теплую июньскую погоду. Температура воздуха не будет опускаться ниже 20 градусов, а в четверг воздух и вовсе прогреется до плюс 26, обещают синоптики. Также всю неделю нас ожидает солнечная погода, однако, возможно, в некоторые дни у нас будут идти небольшие дожди. Теплые будут и ночи, в среднем температура в это время суток будет держаться на отметке в плюс 10-15 градусов. Единственное, не порадуют нас жарой выходные. В субботу нам обещают плюс 24, но будет дождь, а в воскресенье температура опустится до плюс 19 градусов тепла. Какой прогноз ожидать нам в следующие 7 дней, узнаем, как всегда, через неделю.